Потомок древнего самурайского рода посетил Реутов. ТКА Арисуэ в наш город приехал специально, чтобы оценить уровень подготовки бойцов клуба айкидо. Сенсей несколько часов показывал ребятам основы единоборства. Больше о Японии теперь знает и наш корреспондент Владислав Молот. Такао Арисуэ – представитель токийской школы айкидо и древнего рода самураев. В России уже бывал. В Реутов приехал специально, чтобы оценить уровень подготовки бойцов одного из лучших клубов айкидо Подмосковья. Все ребята молодцы, хорошо занимаются. И бросковые техники, и удары хорошо получаются. Видно, что они тренируются с удовольствием. Ребята стараются. Попасть на урок к учителю такого уровня – большая редкая удача. 9-летний Миша Каледа занимается айкидо 6 лет. Говорит, что за одно занятие узнал много нового. Нам показывали новые техники. Мне было очень интересно их узнавать. Уход с атаки, чтобы не разбили нос. Сделать правильный блок. Такао Арисуэ учит не просто техники айкидо, он носитель философии этого единоборства. Ребята узнали о защите нападений, о том, как должен вести себя истинный самурай. И вот эти все его знания он аккумулирует в себе, охотно делится с молодежью. И, понимаете, общение с мастером такого уровня оставляет, конечно, неизыблемый след в душе. Вы посмотрите, как у мальчишек горят глаза, как они это все делают. В конце октября в Реутове вновь ждут гостей из новой страны восходящего солнца. Мастер-класс пройдет 31 октября. Владислав Момот, Артем Удников для РТВ.